Я адвокат Курбидинов Эмиль, вот мое удостоверение. Обращаюсь с этим видео в поддержку моего казахского коллеги и друга, бесстрашного адвоката Бауржана Азанова. Адвокат Азанов известен в Казахстане как непримиримый борец с полицейским и судебным беспределом. И бесконечное количество надуманных жалоб и заявлений от правоохранительной в адвокатуру, где трудится Азанов, тому доказательство. До последнего времени Бауржан отбивал все поползновения в свой адрес со стороны нечистых на руку правоохранителей Казахстана. Однако, понимая, что правовыми способами правоохранителям не справиться с Бауржаном, эти правоохранители перешли все рамки дозволенного и решили применить пытки в отношении защитника, адвоката Азанова. Я обращаюсь с требованием к генеральному прокурору Казахстана применить всю власть, данную им народом Казахстана, и привлечь к ответственности преступников, которые решили силой и пытками сломать моего друга Азанова. Я и мои коллеги часто являемся гостями и спикерами на различных международных площадках. Вот и сейчас мой коллега Эдем Семилдяев, который также обращался по ситуации с Бауржаном в своем видео по дороге в ОБСЕ. Мы все непременно будем озвучивать, в частности, и такие вопиющие факты пыток в отношении адвокатов и правозащитников. Такое поведение, применение пыток правоохранителей Казахстана в отношении адвоката Бауржана Азанова, конечно же, связано исключительно с его профессиональной деятельностью адвоката.